Северодвинские депутаты вместе с бардами и путешественниками накануне посетили малую родину Александра Торцева. Наш знаменитый земляк погиб в бою за безымянную высоту в ноябре 41 года и в 43-м был удостоен звания Героя Советского Союза посмертно. О путешествии на родину Помора Олег Савин. Путешествие готово. Накануне на правый берег Мизени отправилась ежегодная экспедиция. В ее состав вошли музыканты, кинолюбители, архангельские поэты, предприниматели и даже директор музея «Звездочки». Помощь в организации экспедиции оказали депутаты городского совета, правком центра судоремонта и предприниматели города. Вам удачи! Не жезла, не гвоздя, как говорится, да? Поезжайте, не торопитесь, возвращайтесь домой, мы вас ждем. Путешествие до села Жерть заняло 10 часов. Участники движения «Северодвинск-Торцев-Жерть» возложили цветы к мемориальной доске на доме Александра Торцева, а также венок к обелиску героя в сквере. Архангельские поэты передали жердинской библиотеке новые книги. Приезжали в гости мирные с четырех сторон земли. Мчали конники, игривые, горделивые ладьи. К сожалению, школа, в которой учился Александр Торцев, теперь закрыта, но экспедиция посетила образовательное учреждение в Козьмогородском. Там учатся школьники села Жерть. Северодвинские барды, микрофоны под аплодисменты зрителей исполнили известные произведения. Низкий поклон вот вашим дорогим землякам. Финальным мероприятием уже в селе Жерть стало награждение победителей конкурса «Имя героя живет вечно» и праздничный концерт. Участие в нем приняли не только гости, но и жители села. Теперь герои экспедиции с нетерпением ждут следующего года, когда вновь можно будет посетить уже полюбившиеся места. Олег Савин, Евгений Дроздов, «Вестник Северодвинска».